Итак, специальным предложением этого дня становятся изумительные серьги королевы Испании. В них прекрасно абсолютно все. В первую очередь, это серьги с бриллиантами. Но какого цвета будут ваши бриллианты, белые или черные, решать только вам. Да, все верно, вы не ослышались. Это серьги с бриллиантами на выбор, с белыми или черными. Что предпочтете вы? Цена уникальная, цена низкая, она снижена для вас специально, она действует только на те заказы, которые оформлены сегодня. 2499 рублей. Скидка больше, чем цена. Заказывая сегодня серьги с бриллиантами королевы Испании, вы экономите 3500 рублей, а оплачиваете только при получении. Забегая немного вперед, я сообщаю вам о том, что это комплект. Есть еще и кольца. И комплект сегодня вы заказываете с бесплатной доставкой. Но сюрпризом буквально нет конца. У нас для вас огромное количество сегодня вот таких замечательных презентов, но это главное специальное предложение дня. Серьги с бриллиантами по самой доступной цене. И сейчас еще одна важная информация. Готовьтесь, пожалуйста, это все сегодня усваивать, потому что в этом украшении абсолютно все уникально. Комплект королевы Испании был создан эксклюзивно для вас, для зрительниц канала Shopping Show. Это значит, что только у вас сегодня, как у нашей телепокупательницы, есть возможность приобрести такой гарнитур. Его нет в магазинах. В магазинах вы можете найти нечто подобное в золоте, но можете представить, какая там цена. Не 2499, а все 200 тысяч, потому что золото гораздо дороже серебра. Это же украшение выполнено из серебра, но золотом покрыто. И более того, еще и дополнительно покрыто родием. То есть в данном украшении сразу 3 драгоценных металла. По вашему запросу, по вашим описаниям создавались эти серьги. Это абсолютный эксклюзив для зрителей канала Shopping Show. Более того, это ювелирное изделие было дополнено именно элементом в виде цветка. Мы спросили у вас, что вам хочется, что вам нравится. Вы сказали: бриллианты, комбинированное покрытие и флористический дизайн. Мы так и сделали. Этот гарнитур создан ювелирным заводом специально по запросу канала Shopping Show для наших любимых зрителей, то есть для вас, драгоценные наши. Ну а сейчас, внимание, я хочу провести эксперимент прямо здесь, в прямом эфире. Что у нас появляется в кадре? В кадре появляется тестер для определения подлинности натуральных камней. Для нас самое главное — вот эта графа, в зеленом она выделена, подписана diamond, то есть бриллиант. Следите за стрелкой, стрелка должна уйти в зеленую зону. Я же с помощью вот такого стилуса со щупом, видите, с грифом, буду проверять теплопроводность этих камней. Если стрелка уходит в зеленую зону, значит, это бриллианты. В магазине никогда такой эксперимент никто для вас не проведет. Ну что ж, вы готовы? Тогда все внимание на экран, я провожу эксперимент. Но, собственно, вы все видели своими глазами, стрелка уходит в зеленую зону, а это говорит о том, что у нас в украшении инкрустированы именно бриллианты. Вы можете представить такую ситуацию, что для вас подобный тест проводят в ювелирном магазине? Ну, конечно же, нет, ни в одном магазине подобные тесты не производят. У нас, возможно, даже невозможное, мы готовы убеждать вас всеми способами в том, что это бриллиант, у вас все доказательства на руках, более того, с каждым украшением вы еще получите и паспорт. Это важно, с каждым украшением. То есть, если вы заказываете комплект королевы Испании, серьги и кольцо, вы получаете документ каждому ювелирному изделию. Таковы правила. Итак, давайте посмотрим на паспорт и вместе с вами его прочитаем. Опять-таки же, этому в ювелирных магазинах не учат читать ювелирные паспорта, а это важно, важно уметь, для того, чтобы вы понимали, что же вы приобретаете. Сейчас мы с вами научимся это делать. Итак, это драгоценные 2 бриллианта, паспорт на серьги с белыми бриллиантами, бриллианты круглые, 57 граней в них, полная бриллиантовая огранка, каратность 1/100. И вот, помните, о чем я говорила, что здесь
сразу двойное покрытие и родирование, и позолота поверх серебра нанесены. Для того, чтобы эти серьги вы могли сочетать и с золотом, и с серебром, и с абсолютно любым другим металлом. Ну что, выберите вы, я понимаю, непростое сейчас перед вами выбор, а не простая альтернатива. Белые бриллианты или черные бриллианты? Белые бриллианты я рекомендую тем, кто любит традиционные украшения. Ну, а если вы предпочитаете нечто необычное, эффектное, такое космическое, выбирайте бриллианты черные. Знаете, какое у них еще название? Карбонадо. Ну, а если вы совсем смелая дама, смотрите, что я вам предлагаю. Закажите, допустим, кольцо с черным бриллиантом, а серьги с белыми. Или наоборот, серьги с черными бриллиантами, а кольцо с белыми. Попробуйте так. Возможно сочетать, ведь дизайн абсолютно идентичный, флористический дизайн, комбинированное покрытие. И вы решаете сами, будете ли вы носить комплект с одним и тем же камнем, одного цвета, или будете сочетать. Выбор действительно непростой, ведь сегодня в эфире представлен уникальный черный бриллиант, так называемый карбонадо. Его отличительная особенность в том, что он имеет абсолютно необычный блеск. Знаете, его обычно сравнивают с блеском черной дорогой атласной ткани. По текстуре, по блеску внешне он абсолютно отличается от своего белого собрата, и в этом его прелесть, в этом его уникальность. Вы получаете камень абсолютно самобытный, абсолютно самостоятельный, камень природный у него, как и подобает любому природному минералу, имеются свои свойства. Давайте с ними познакомимся. Черный бриллиант – это целая, скажем так, кладезь магии. Он помогает семейным парам сохранить яркость отношений, приносит счастье всем, кто его даже касается. Также дарует богатство и силу духа, то есть еще и поддерживает нас в трудных ситуациях. Вот магические свойства черных бриллиантов, а это значит, что вы ощутите обязательно их на себе, когда начнете носить эти украшения. Сейчас как раз-таки вы видите серьги с черными бриллиантами, которые вам подмигивают, редкие, необычные. Еще раз обратите внимание, что у них другой совершенно тип блеска, характерен им такой благородный атласный блеск. Ну, а это бриллианты белые. Давайте измерим высоту украшения. Я готова вам доказать, что эти серьги подойдут к любому типу лица. Высота сережек 2 сантиметра, пожалуйста, абсолютно классическая высота, благодаря которой серьги подойдут и обладателям круглого, квадратного лица, тем дамам, которым обычно сложно подобрать серьги. А теперь внимание, какой здесь штифт, длинный, сантиметровый, даже если у вас плотная мочка, эти серьги будут сидеть удобно. Занижен штифт, чтобы прикрыть прокол. И вообще это любимый нами с вами английский замочек. По нашему опросу так и вышло. Вы все отдали предпочтение именно сережкам с английским замком. Обратите внимание на то, что королева Испании – это комплект. Это комплект с бриллиантами. Осталось выбрать, черный или белый. Специальное предложение по цене актуальной только сегодня.